У меня генерал армии. Генерал армии, а зовут вас? Меня звать Жан-Клод Ван Дам Терминатор. В одном лице. Жан-Клод Ван Дам Терминатор. Родился я на другой планете. Я послушаю, просто я молчать буду. На другой планете. А живешь где? Живу. Это никого не волнует. А документ у вас есть, господин Ван Дам? А ты кто такой вообще? Удостоверяющий вашу личность. А ты кто такой? Есть у меня документы? Покажите, пожалуйста. Сейчас я покажу. А что они там делают? Я тебе покажу, на, мои документы. С другой стороны. Жаков там, да? Да. А? Где такие ксивы выдают? Это секрет. А секреты не выдаются, потому что я служу десантно-штурмовая бригада, я всегда буду штурмовать. А что герб-то разгвардии? А? Герб. А мне какая разница? А мне папа нацепил и все. Медаль ДМБ. Да? Да. Знаешь, сколько у меня медалей? У тебя столько медалей нету заслуженных. У меня все золотые медали. Все золотые медали. А что за звание у вас? У меня генерал армии. Генерал... Полностью, да. По земному шару. Так оно не так же. А зовут как вас еще раз? А? Зовут? Меня звать Жан-Клод Ван Дам Терминатор. Все, понял. Моему старшему сыну, первому сыну, 66. У меня потому что мама чистокровная американка, а папа чистокровный русский. И они погибли. Жан-Клод Ван Дам, Терминатор.